Пойдем, пока не отрисовались. Все, идем. Левый карман. Мы и к ней. Мы правильно идем, они левее были. Не-не, не трогай пока. Не трогайся, не трогайся, не трогайся. Резните его. Зачем? Напишу вот свою локацию. Вот стоп. Иди, не стой, 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 стой. Не атакуйте, не отвечайте на атаку. Там а раздевать их можно? Нет. Так это союзники или что? Ходите от трупа. User left your channel. От трупа отойдите лежащего. Мы дружим с индеттой? Не можешь. Мы дружим с индеттой? Да, да, да. Собрались. Еще меньше вопросов. Ребят, встали. А что все растянулись-то? Отошли дальше. Почему их не накрыли? User left your channel. Они не могут пройти дальше. Там. Может босса убьет? Давай попробуем. Значит так, поскольку мы договорились, что нас бить не собираются, я предлагаю вывести танка и пару хилеров в ПВЕ режим, чтобы если они упали, меньше потеряли и могли встать. Да, если Вендетта не завалило, то и мы не завалим. Ой, давайте попробуем, хотя будем знать, с чем потом столкнемся. Хочешь проверять, иди и бей. Просто сейчас он накинет на нас вот эту вот фигню и все. И мы... Какую фигню? Ребят, а что, почему, да, если они не справились, мы не справимся? Они в Т4. А мы тут все в Т5. Нет, нет, опять же важна тактика, может они что-то неправильно сделали. Босса пофиксили, что ли? Да. User joined your channel. Если бы сюда пригнать второй наш рейд. Я тебе еще раз предлагаю вывести всех в ПВЕ режим, чтобы они могли встать со своими вещами и потеряли меньше прочности. Так, ребята, стоп. Хотят выйти. Пропустим их? Нет, они говорят, не атакуйте, дайте нам сделать фёст Харвестера. Они не хотят его трогать, они хотят обойти и выйти. Они хотят обойти, просто уйти. И подальше немножко. Давайте. Правый столб колонны. Уведите курсор. Куда пошли? Ты что такой нервный ты сегодня, а? Все правильно он делает, нормально, он нервный. Значит,